down, bump it up. While your feet are stomping and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause wet where the party's at, and you'll find out if you do it. Am spus că în Găgăuzia sunt foarte mulți oameni talentați, dar în Comrat avem un colectiv de fete care este foarte promițător. Noi la ele o să îndreptăm lumina reflectoarelor și o să trec evident în limba rusă. S nami Cristina, Svetlana, Маша и Татьяна. И вместе Колай Сеслери. Колай Сеслери. Привет, девчонки. Всем привет. Привет, привет. Первый мой вопрос. Что это значит? Колай легко. На русском легко. Да. Легкие голоса. Сеслери. Сеслери это да. Голоса. Голоса. Легкие голоса переводятся. Но у вас совсем не легкие голоса, я так понимаю. Ну да. Бывает. Чем занимаются? Что делают Колай Сеслери? Поют песни. Поют песни на гагаузском. В Вы основном. Только поете? Танцуем иногда, бывает. Если помните, был карантин, да. И все концерты снимались онлайн. Угу. И мне нужно было что-то выставлять, и я смотрю, думаю, у меня ученицы вроде неплохо смотрятся. Многие говорят, на меня похожи. Угу. Почему бы я не собрала бы их и не дала им какую-то из своих песен? Угу. Они работоспособные, они харизматичные. Они а привлекают видно. Внимание, да, вон они уже ёрзают вот. Ваня дичунный слян, халатла моя пленна, я пленный буладжан, как крыла ландова ладжан. Далыче чеки озер кокер, и урям синим чин копер, я пленный бюргер аулер, а латлаян кахыр долер. Далыче чеки озер кокер, и урям синим чин копер. У меня и так был маленький словарный запас, я сейчас уже просто все слова потерял. А можно еще раз только акапелла? Блин, это круто. Если бы здесь был бы зал, он бы вам аплодировал. Но где-то на монтаже мы поставим громкие аплодисменты. Вау. Все, удостоверился. Талантливые 100%. Красивые 120%. Это вы еще Pompey Jam не слышали. Это мы еще, да, не весь плейлист услышали. Но у нас еще есть время. Это полный коллектив? Или нет? Нет, у нас сколько еще вас? Есть... девочка Анюта. Она учится в Кишиневе, поэтому приезжает постольку поскольку. Но когда какие-то крупные поездки, крупные концерты, там какие-то гастроли, там вот в Турцию мы ездили, конечно, она всегда с нами. Почему только девочки? Не хватает вам, не знаю, на самом деле, баса, тенора? У меня из 40 учеников, у меня же малыши еще, только два мальчика. С мальчиками очень туго. Мальчики не хотят петь. Мальчики хотят на бокс, на карате. То есть еще существует этот стереотип, да, что на самом деле должны заниматься мужскими делами, а девочки девчачьими. Ну, это по статистике, если так посмотреть, ну почему-то на вокал ко мне приходят только девочки. Девочки, пение – это просто занятие для вас? Это стиль жизни или это уже работа? Ну, я понимаю, что без пения я не могу. Это уже смысл какой-то. Это лечит от каких-то... Если грустно, пою. Если весело, пою. В любой непонятной ситуации. В чем состоит работа певца? Совершенствовать себя. Свой внутренний мир. Свои какие-либо возможности. Развивать свой голос. Развивать свою речь. Ну и помимо этого нужно отдавать себя публике. Это я считаю, это основная работа. Угу.
Понял. Поскольку мы в Гагаузии, вы все гагаузские? Да. Да. Этнические гагаузы. Да. Все считаете себя гагаузскими. Я так понял, что вы только недавно начали изучать гагаузский. Ну вот я говорю по-гагаузски плохо, к сожалению, потому что родители в детстве говорили по-гагаузски, чтобы я ничего не понимала. Знаешь, это очень часто бывает. Это как у нас в семье говорят на русском, чтобы мы не дети, да, да, у нас так на гагаузском говорили родители, чтобы не понимали, если какие-то секреты. И, кстати, я знаю, что не только в моей семье была такая методика. Но я очень жалею, что я упустила. И я даже в школе, вот мама как-то меня дала на болгарский. А там, вы еще и болгарский, да, учите? Да, то есть в школах у нас изучается либо гагаузский, либо болгарский. К сожалению. Да. Да, я люблю болгарский язык, но мне бы неплохо бы знать свой родной все-таки. Но у вас получается большинство песен на гагаузском, да? Да, потому что у нас все-таки в Гагаузии распространение гагаузского языка в цене. То есть, если мы поем на гагаузском, значит, мы во внимании, как минимум. Управление культуры нас выделяют, потому что мы не просто же поем чьи-то песни, мы сидим на студии, мы тратим время, пишем песни, пишем музыку, это уходит в народ, да, вот как-то так. Таким образом, вы продвигаете культуру гагаузии, гагаузские, да, традиции, гагаузский язык. Это красиво. Хорошо, продолжим программу гагаузского языка. Какую песню мы поем дальше? Кичи-дики. Это козлина. Перевод покажется вам странным. Из головы козленка мы сделаем чётру. Да, чётра, это вот чем наливают вино. Из зубов мы сделаем себе бусы. Из ножки мы сделаем себе дудочку. Что за культ у вас? Это традиционная песня? Да, это фольклор? Да, это фольклор. Это очень старая шуточная песня. Вот так наши предки развлекались. Страшно. Даулмы я палым, мамаре. Зюмбелю баллары, кичи пензи даллары, бянсана не деди, мамаре. Зюмбелю баллары, кичи пензи даллары, бянсана не деди, мамаре. Зюмбелю баллары, кичи пензи даллары, бянсана не деди, мамаре. Зюмбелю баллары, кичи пензи даллары, бянсана не деди, мамаре. Мамаре! Вау. Если не знать перевода этой песни, очень весело. Да. Но когда ты уже представляешь себе, что там ты репишь козленка и с него делаешь там всякие инструменты, это не так уже весело. Да. Про гагаузи. Что... Хорошо, вас еще рано, наверное, спрашивать. Что тебя заставляет оставаться в Камрате, оставаться в Гагаузии? Потому что многие... Давай скажем о гагаузах. Многие уезжают в Турцию, в Россию. Я уезжала. В 16 лет я уехала в Санкт-Петербург, жила там 6 лет. Но вернулась, потому что кровь зовет ужасно просто. Да, не есть то такое... слово. Очень. Здесь прошло мое детство. Я была очень счастливым ребенком. Я считаю свое детство вообще самым счастливым из всех возможных. Я не знаю, куда еще лучше. И, ну, все равно с моим детством у меня ассоциируется мой город, моя страна, Молдавия. Я просто в России сидела, смотрела эти видео наших артистов. Расплакалась и вернулась. Плакала, не то слово. Меня держит, кроме того, что я люблю все равно свою родину, свою автономию, свою страну Молдавию. Я считаю, что все-таки что-то я могу для культуры еще сделать. Когда я пойму, что я сделала все возможное,
я, наверное, уйду в декрет, выйду замуж и так далее. Пока я не могу, мне нет на это ни времени, ни желания, ни сил. Я вся в творчестве. I was wondering if you're free for coffee. Oh, no, I can't. I've got a lunch meeting and then a meeting after lunch. After that... Вы были на фестивале в Турции? Вот договорились вы с турками, чтобы они приехали к вам на, не знаю, фестиваль какой-то в Камрате. Uh-huh. А куда вы их сводите? В Гагаузии? Да. Мы же сейчас продвигаем Гагаузию. Угу. Ну, что, у нас есть... что можно увидеть в Гагаузии? Что можно показать туристу? Нет. Тань, твои три любимые места. Либо Гагаузия, либо Камрат. Где ты бы сводила? В Кангате есть место гагаузов Росы Анны Константиновны. Бы сводила не только ради того, чтобы посмотреть, но и ради того, чтобы поесть. Там у нее все, там хорошее меню гагаузское такое. Софросы, дальше. Да. Я бы сводила на какой-то концерт какого-то из наших коллективов. Угу. Например, на концерт Дюзовы. А еще у нас есть Кадынджа тоже. Кадынджа, кстати, относится к Кишиневу, но это наш гагаузский коллектив, тоже очень мощный. Я бы отвезла бы их в Бешалму, в музей. Что музей там? Карачубана. Все, понял. Три места есть. Девочки, по одному месту. Камрат, Гагаузия, где нам сводить наших туристов? Верно, в Вина Камрат у нас ресторан есть. Там что-то похожее на гагаузов Росы в Кангаде. Так. Там тоже очень колоритные украсили. И у них очень большая вообще территория. Там можно не только поесть, но и пойти на экскурсию, посмотреть, попробовать вина. Ачик биас чичик ляр дурсун, бакюрекин санда олсун, бакюрекин санда олсун, буай георги яклашты. Блин, астай фантастик. Серьез, астай екстраординар. Я вот Диму нам его зовут, аж овочи формация на машину. Сори, я зовут, а там шалагайская романика, только астас эмоций. Это круто. Спасибо большое. Это очень круто. Эдерлези, я, насколько знаю, это... Это очень, очень старая песня. Очень старая. Да, Эдерлези, балканских это стран. Это имя. Да? Или нет? Эдерлези, это что название означает? Праздника у нас. Это, да, у нас вообще название. Это название праздника 6 мая у нас Хидерлес. Вообще, насколько я знаю, Хидерлес не только гагаузский праздник. Он справляется в очень многих балканских странах других. Эту песню, вообще, эта песня на, по-моему, она на цыганском вообще языке. Я оригинал. Знаю эту версию, где оригинал. Поют Эдерлези. Да, там...
Сай Рома, бабо, бабо, сай Рома, готае. Да, а мы решили сделать гагаузскую версию. Ага. Есть на болгарском, есть на турецком. И многие народы просто перепевали. У нас фантастически спела группа Этно Репаблик. Сай Рома, бабо, бабо, сай Рома, готае. Сай Рома, бабо, бабо. И потом решили сделать свою версию, потому что хотелось сделать что-то на праздник, на наш Хидерлес, что-то тематическое. Сначала просто написали минусовку, потом родился клип, вообще как-то внезапно появился он. Просто собрали нашего, к сожалению, ныне покойного любимого хореографа Константина Афанасьевича Гермек, это хореограф дюзовый был. Он был нашим очень близким другом, он просто собрал своих лучших танцоров, собрал нас в поле, поставил за 5 минут танец, мы все просто сидели в шоке. И вот за день мы в поле сняли клип. Клип получился, ну, на мой взгляд, неплохой, потому что мне даже с Турции писали с управления культуры Турции, чтобы транслировать разрешение, ну, потому что как-то, не знаю, интерес завоевал. Вы когда пели вот эту песню, мне напомнили, я был когда-то фанатом трио Мандели, я не знаю, если вы знаете. Супер популярные они сейчас и в Европе тоже. Поэтому из ничего, я думаю, можно сделать все, что угодно. А еще из такого таланта, как у вас, то... Константине, Константине, мы вершим ауд латине. Все на вся принт, вальтуре, принтеро, вальтине. Чудакэ мы ауд майбине, Константине, Константине, для грека маша пендине. Ладири-дири-дири, парам-парадири, ладири-дири-дири, парам-парам. Ладири-дири-дири, парам-парадири, ладири-дири-дири, парам-парам. Браво! Как продвигается ваш коллектив? Ну, ты как контур-контур артистик, руководитель, мерси. Через какие каналы, посредством каких инструментов? Ну, хорошо, что есть соцсети. Я всегда пытаюсь снять такое все... бытовое, даже бытовые какие-то моменты, когда мы тренируемся, типа когда... Типа наши... За кулисье. Да, наши репетиции какие-то такие, да, то есть живые моменты с живыми эмоциями. Видео такого характера всегда выстреливают очень. Где? Ну, вот в ТикТок, допустим, TikTok. Я скинула. А, вы в ТикТоке? Да, в ТикТок, в ТикТок, в Фейсбук, в Инстаграм, в Ютуб. Я с соцсетями стараюсь работать по максимуму, потому что вот что-то выложила, казалось бы, такое даже. 1 000 000 просмотров. В ТикТоке. У вас есть у нас есть, да? Да, у нас есть 1 000 000 и в ТикТоке, и 1 000 000 есть в Фейсбуке. Кто ваш подписчик в ТикТоке? Ну, в ТикТоке это, как правило, такие вот, может, патриоты, допустим. А, то есть тоже гагаузы? Да, или просто люди, которым нравится, или тюркоязычные кто-то, да, там казахи, турки, просто поклонники творчества. Я смотрю, нас начали добавлять в тюркские группы какие-то большие, там, тысячные, просто, чтобы посмотреть, вот, коллектив из Гагаузии, очень приятно всегда. Pumping jam, pump it up. Why you feel like something? And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause where's where the party's at, and you find out if you do that. Oh, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Oh, pump it, jam, pump it, pump it, pump it, pump it. Woo!
вишенка с тортом, или как на русском есть, да, да. Черяша де Питорт, Баффел Мэри де Аз. She vibe. Очень крутой вайб. Девочки, спасибо вам большое, вы очень крутые. Удачи вам. Спасибо большое. Я уверен, что вы спасибо. Сможете. Спасибо вам, спасибо вам за прогулку, за песни хорошие. She пока. Помпира. Они как миньоны, знаете? Миньоны. Раз, два, три. Гага-рага. Раз, два, три. Гага-рага. Гага-рага. Гага-рага.